Несколько одноэтажных зданий в старом больничном городке на набережной. Вокруг них много натоптанных тропинок. В окнах зияют дыры. Но больше всего внимания хулиганов привлекло здание бывшей гистологической лаборатории, или попросту морга. Стекла и двери выбиты, рядом валяются носилки. Очевидно, молодежь здесь от души развлекалась. Козлы! Натуральное слово, они козлы. Правильно? Кому мешает все это, непонятно. Руки бы честно оторвать. Старое заброшенное здание морга, обшарпанные стены, кинутый медицинский и хозяйственный инструмент. Все это создает жуткую, устрашающую атмосферу, подходящую для любителей пощекотать себе нервы. Впрочем, не только чувство страха притягивает сюда молодежь. Здесь, вдали от посторонних глаз, подростки спокойно потребляют токсичные вещества. На полу мы нашли как минимум 24 пустые емкости из-под газовой смеси. Эти заброшенные здания принадлежат муниципалитету. Вот только очевидно, что за ними никто не следит и не охраняет. Добропорядочные граждане в темное время суток стараются обходить это место стороной. А вот у сотрудников полиции, наоборот, появится повод наведываться сюда чаще.